Приветствую. На обзоре новинка от Y-Start или Y-Start, кто как называет. Модель называется LK5020. Либо назвали они его Дятел. Ну, возможно, потому что достаточно такая узкая, узкий клинок. Выпускается в двух цветах. G10 полностью черный и черно-оранжевый. Но они совершенно идентичные, поэтому буду показывать на вот таком ярком оранжевом, более контрастный, поэтому лучше все видно. Рукоять у нас G10 фрезерованная. Вот такая 3D фрезеровка с узорами, вокруг профрезерована, чтобы лучший хват был, чтобы нигде ничего не мяло и чтобы не было скольжения ни в какую сторону. Это с двух сторон совершенно одинаковые плашки. Клипса глубокой посадки, съемная, но односторонняя. Отлично, кстати, пружинишь. Плюс вот такой карабинчик. Карабинчик совмещен с открывашкой для пива. Ну, как видите, можно вот так взять и открыть. Интересная такая вещь. Открывается за флиппер. Да, клинок строго по центру. Бэкспейсер, ну, получается, что вот этот карабинчик является небольшим бэкспейсером. Открывается, открытие идеальное, закрытие тоже отличное в связи с тем, что подшипник здесь стоит. Лайнер лок, лайнер заходит полностью, но запаса еще почти 2/3 есть, так как на толщину клинка. Лайнер с противоположной, с обоих сторон он облегчен. Если присмотреться, даже там, где лайнер, все равно сверху идет облегчение. Нож с учетом вот этой стали и не такой же тоненький клинок, и длинненький нож должен быть тяжелый, но все равно вес его 150 грамм. Сталь на клинке 440C. Клинок по плоскости у нас Stonewash. Спуски прямые, сатин. Аккуратный, ровненький, симметричный. Что сатин, что спуски, что заточка. Все симметрично и аккуратненько сделано. Очень хорошо. Хватит, кстати. Кстати, очень удобен хватит. Здесь насечка у нас здесь. Именно вот так. Фехтовальный хват такой удобный. И молоточным, и фехтовальным. Даже обратный тоже удобный хват. Все отлично. Насчет хвата все прекрасно. По обуху у нас 3,5. Сведение в районе 0,4. Сведение вообще отличное, намерил, по крайней мере. Фаски сделаны на обуху там, где толстые. Такие приличные, закруглены. Здесь все притуплено. Здесь нету ни одной заусеницы. Негде ни поцарапаться, ни порезаться, кроме режущей кромки. Нигде, все идеально. Так, габариты ножа. Практически 22 сантиметра общая длина. И длина клинка у нас ровно 9 сантиметров. Вот такой интересный дятел от Y-Start. Рекомендую. Нож очень качественно исполнен, как всегда. От этого, не знаю, как его точно называть, кто как привык, от Y-Start. Качество идеальное. И материалы обычно у них честные, то, что пишут, то и есть. И при правильной закалке, 440C, у них закалка правильная. Очень хорошая сталь. Так что рекомендую. Но нож очень качественный. Дятел.